Здравствуйте. Спасибо, что составили мне компанию, очень приятно. И мне прям дико повезло. Я знаю, кто это. Это Триумф? Можно подписаться? Всем привет, друзья, на связи Байрон. А в программе «Паранормальное» сегодня Ridgeview Court, на котором нас ожидает некая Энн Свини. Соль детектора МП распятия. Я уже снарядился, ИМП при мне. Соль распятия мы ей притащим позже. Так, с этой стороны, да? Угу. Почему меня все время тянет влево? Не понимаю. Вилка слева находится же, да? Здрасте. Уф-уф-уф-уф-уф. Где здесь щитки? О, здравствуйте. Очень приятно. Вы мне двери открываете с порога прям? Классно. Так, я пока здесь, с вашего позволения, оставлю. Блин, щиток-то не здесь. А где щиток, не подскажете? Зато здесь нычки есть, спасибо. Энн, а чё мы так буяним? Ты что-то кидаешься еще? Нет? Энни? Так, подвал, наверное. Подвал так подвал. Смотрите-ка, у меня давно такого не было. Чтобы мне вот так вот с порога двери открывали. Да еще и призраки. Щиток в подвале, да. Угу. Мне вот этот пинг немножко при включении щитка стал, если честно, подраздражать. Давайте зыркнем конкретно, где она. Ну так. Угу. А она как бы у нас... Я знаю, кто это. Ёлки-палки. Щиток выдернула. Ни хрена себе она стартанула. Ну, это демон, определенно демон, блин. Так. МП распятие соль. Хорошо. Я, кстати, кажется, кость нашел. Но это демон. А почему демон... нет здесь свечей, которые могла бы она тушить, чтобы начинать охоту. Это не Unreal. А мы знаем, что умеет вытворять Unreal на Sunny Meadows. Это не оно. Итак, давай-ка раз... на тебе еще. Я пойду щиток включу. Единственное, кто это еще может быть, пожалуй, это может быть Йокай, который сагрился на наш голос. Насколько я знаю, они могут. В ванной, что ли, теперь? А что за проклятый предмет у нас? Я же не находил еще. А, фу, господи. Вот это тупизм, конечно, да. Так, бежим наверх. Нам бы нычки посмотреть, а то я убегал вот чисто на удачу. И мне прям дико повезло, что она не приперлась
Так, это мы прикроем. Куда я забежал? Я ж куда-то вот вообще в ту сторону побег, да? Да. Здравствуйте, я вас видел, пока прятался. Спасибо, что составили мне компанию, очень приятно. Я надеюсь, у демона второй раз не рольнет это, ну, это его возможность. Но юкайщины я у него особенно... Хотя, блин, с другой стороны. Ну, неужели он меня действительно не видел? Не, ну, буянит он с порога. Прям вот... Без всяких задержек, без всего. Он мне дверку открыл. Но после одной пачки таблеток не начинают атаку. Я проверю сейчас демона. Отпечатки, да. Минусовой я там не наблюдаю. Значит, это блокнот. Пиши. Давай, автограф, пожалуйста. Можно подписаться? Байрону от демона. На тебе крест. Так, у меня что, в руках больше нету ничего, да? Где фотоаппарат? Я ж притаскивал фотик. Нет? Я фотик не притащил. Что? Да ты угораешь. Где? Так, следы на рассыпанной соли. Гидрить, колотить. Где это? Что ты делаешь? Куда я фотоаппарат делал? Угу. Я его выключенным оставил, да, просто. Так, дружочек. Понял. Все нормально. Да-да, я вижу. Угу. Очень приятно. Один насущный. Ну да, да. Кто бы сомневался-то. Правда? Пишет. Спасибо за автограф. Фотоаппарат протерял. Фотоаппарат протерял, пришлось принести новый. Оказалось потом, что я его и не приносил. О, а вот и оно. Смотри какой. А куда пошел? Расхаживает. Тут. А что ты гуглил? Ты же гуглил, да? Так, ну и что у нас по заданиям? А, ну распятие. Ну давай. Атакуй. А, стоп, 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 стоп. Что-то я сильно, блин, бесстрашный. Жигу, пожалуйста. И у нас там самое далеко, да? Далеко-далеко. А-а. Давайте просадимся зеркалом. Ну, а проклятую я не буду начинать, конечно. Еще. Так, зеркальце сюда. Эй! Эн!
Энни. Энни. Attack me. Энн. А как-то демона спровоцировать можно именно на атаку? Не проклятым предметом. Вот Йокай, например, очень любит... А, так... Так и... До свидания. Не хочу с тобой охотиться, если честно. Ну что? 11,5 минут? Полностью забитый альбом? Обведен демон? Это триумф? Дамы и господа. У меня что-то, ну, не было такого. Так, а я кость-то нашел. Демон? Демон? Ну, тут сложно было бы. Если бы мы были на Sunny Meadows, я бы еще подумал, Анрё это или демон. Но здесь я думал между Йокаем. Ну, блин, он бы... Будь это Йокай, он бы прям сильно бесился, когда я к нему обращался, находясь в фойе. Тут, ну, как-то он себе на уме. Демоны, они такие, ребята, знаете. Хочу бешусь, не хочу не бешусь. Но это такой классический демон. Прям как я выжил просто, я не знаю, это дикая удача. Ух, мне понравилось, очень кратко получилось, динамичный. Такие дела, друзья мои, спасибо, что были со мной, понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте свой царский лайк, если еще не, а я желаю вам всего самого-самого. Не болейте, до новых встреч, а пока. Пока.